HP 428 выламывают вот эту вот крышку, когда замятие. Она и правда очень трудно открывается. Лайфхак. Как сделать, чтобы она мягенько открывалась? Нужно вот в этой вот части, вот тут вот, капнуть маслом или мазнуть, можно солидольчиком, смазкой, чем-нибудь промазать. И будет все очень и очень мягенько. И не будет во время замятий, когда открывается, вот, замятие из-за того, что ролики изношенные, рот любит помучить, крышечку не будет ломать. Все очень просто.